А куда сейчас выкладываешь? Ты Инстаграм, а ничего нет? Или ты в Инстаграм все равно у тебя функционирует? Ты знаешь, на самом деле, там же очень хорошо написано то, что пользоваться-то мы можем. Так. Хотя сеть запрещена. Mm-hmm. Но я лично из такого, знаешь, противного протеста. Вот мы все равно живем. Вот, да, у нас нет Инстаграма как такового. Меня знаешь, что достает, что обязательно теперь надо, когда упоминаешь в тексте Инстаграм, ставить сносочку, да, что это запрещенная в России сеть. Вот это, ну, блин, вот это вот реально, реально достает. Ну, ее просто, многие просто не называют. Да, соцсети, говорят, ну, да. Типа, соцсети. Ну, так, в моей жизни соцсети не играли никогда никакой. Да ладно. Большой роли не играли, я тебе честно говорю. Ну как, не поверь. Вот реально не играли, поэтому мне сейчас достаточно, по большому счету, контакты и в Одноклассниках. Вот в Одноклассниках. Ну, ты в Фейсбук, я помню, и Марусю. Страница до сих пор существует. Но вы там ничего не выкладываете? Нет, я там выложил анонс концерта, и все. Причем это уже... Ну, а мелкая, в смысле, Ника, она уже завела все эти? У нее там какой-то... Лайк, что ли? Есть такая сеть? Я не знаю. Ее нельзя рекламировать или можно? А, ну то есть это отдельная соцсеть такая? Да, она, по-моему, так и называется там. Лайк. Потому что я знаю, что ТикТок и вот Фейсбук, Инстаграм, как бы они теперь вот ТикТок вообще как-то не действует, совсем ничего. Угу. Хотя странно как-то он где-то. Лента обновляется, а вот ты ничего не можешь. Я иногда все-таки так раз через VPN захожу, раз там в 2 недели, что так что-то посмотреть и как-то. Ну, уж в принципе достает, что. Ну, там с VPN уже не работает масса сайтов, то есть когда включишь его, потом начинается. Его надо выключать. Да. Ну, по большому счету, ты знаешь, ну, все равно, вот я так посмотрел по той, которую нельзя упоминать в сети, да, где фотографии всякие, видосики выкладывают, которые мы привыкли, да. Там все равно как-то аудитория, она осталась, и какое-то количество людей ушло, какое-то количество людей пришло, и в любом случае... Все как бы все равно работает. Ну, я так понимаю, что для какой-нибудь Бузовой это серьезный удар, у которых все это держалось на... Вполне, там, да. Соглашусь. Что-то я слышал, да. Все, вот мне говорят, что все так же работает, мне в ухо сейчас подсказывает Маша. Ну, я не знаю. Вот. Но я... они через VPN работают. Через VPN? Да. А, то есть вот, есть люди, у которых по Wi-Fi все работает дома, говорят. Да, да что? Фига себе, это что у тебя за чудо Wi-Fi? Да, какое-то чудо Wi-Fi с VPN. Что-то ты слушал, я сейчас учитель про Бузову, что-то ты говорил, да, недавно в каком-то из интервью? Интервью. Что-то такое. Про Бузову и Нику, что Ника у тебя что-то про Бузову спрашивала. Там, знаешь, на самом деле мы с ней разговаривали о музыкальных построениях, мажорных, минорных. Она начала заниматься музыкальной грамотой в музыкальной школе. И мы с ней об этом разговаривали. Когда она так внимательно слушала меня и говорит, да, вот интересно, вот тут, говорит, вот так, здесь так. Говорит, Бузова, говорит, все это проходил. Понимаешь, у нас с тобой, как это назвать, провал в знаниях Ольги Бузовой, знаешь почему? Потому что мы не знаем, чем она занималась. Я, честно говоря, Дом 2. До Дома 2 я вообще не знаю ничего. Может, она в музыкальной школе училась, может, она умеет эти все музыкальные построения выстраивать, да, что-то там, понимаешь? У нас, к сожалению, нет этого знания. И никто нам из журналистов не может этого восполнить. Потому что всем интересно, что она вот вышла без трусов. Так она красивая есть, да. Такая, да. Я, конечно, этот феномен не понимаю вообще. Да. Ну, мне кажется, это свойство времени, Женя. Куда ты там не денешься? Вот оно... Если в наше время говорить... Володь, просто режиссер, извините, что я тебя перебиваю. Вот, да. Вот так вот? Маш. Совсем в угол не надо, говорят. Вот. Вот так. А на правый Володин или на правый... Если хочешь, можешь, то есть можно.
Вот к вопросу о Бузовой. Бузова говорят, что она вот безупречно слушается все, что вот она никогда не выебывается и там, в принципе, то есть ее просят что-то, то есть она вот с пониманием отрабатывает, что это тоже большой плюс. Ну, то есть не включает звезду, то есть вот условно, типа вот просит сесть. Я не могу ничего сказать, если не работаю. Я много с кем работал, как прокатчик, да, как устроитель фестивалей и концертов, но вот с Олей не работал. Ну, а ты с блогерами с кем-нибудь, вот из этих, ну, то есть, ну, вообще, значит, ты работал только с людьми сцены, я так понимаю, ну, это все-таки, как говорят в Одессе, две большие разницы.